Пятиэтажное здание на улице Молодежная в Одинцово было построено в 1964 году. Год спустя, 1 сентября 1965-го, его порог перешагнула Валентина Холина, будущий директор школы номер 12. Именно ей предстоит вернуть строению былое назначение – учебное заведение. Последние годы в нем располагались управление образования и единая дежурно-диспетчерская служба. Несмотря на то, что кабинеты – это, безусловно, стандарт советских времен, они не такие большие по площади. Поэтому жизненного школьного пространства хочется больше за счет тех рекреаций, которые в этой школе есть. Они большие, их хочется сделать тематическими для клубной работы, для работы во вторую половину дня. Я думаю, что все получится. Работы в здании будущего филиала Одинцовской школы номер 12 уже начались. Оно досталось строителям в хорошем состоянии, но работы у них все равно немало. Завершить их они должны уже к концу года. Ремонт по замене окон, слаботочных коммуникации, электрики, крышу будем делать. В общем, сделаем все то, что необходимо для приведения этого объекта к стандарту, современному стандарту образовательного учреждения. Сейчас в 12-й школе учатся 1280 детей при проектной мощности 750. Третьеклассники занимаются во вторую смену до Нового года. После смена будет одна. Благодаря созданию филиала удастся разгрузить не только это образовательное учреждение, но и соседние. Мария Шматкова, Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».